Окончательные итоги визита представительной делегации из Республики Беларусь еще предстоит оценить. Но уже сейчас ясно, что двухсторонние отношения республик выходят на новый уровень. Напомним, что в 2015 году состоялась встреча на высшем уровне, когда делегацию, возглавляемую главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, принял президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. С тех пор рабочие группы регулярно собираются то у нас, то в Минске. На заседаниях обсуждаются вполне конкретные вопросы по увеличению товарооборота. Отслеживаются все ключевые экспортные позиции – электротехника, автотранспорт, сельхозпродукция. Члены делегации побывали на предприятиях республики, в профильных министерствах и ведомствах. Состоялись переговоры в области пассажирского транспорта, дорожной техники, лифтового хозяйства. Белорусские коллеги рассказали о формах сотрудничества в других регионах. По итогам этого года объемы товарооборота между республиками могут вырасти до 100 миллионов долларов. Планируется, что следующее заседание рабочей группы состоится в Минске уже до конца этого года.